Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 6 класса из учебника «Коровиной». Раздел «Из зарубежной литературы. Легенда о Барионе». Рубрика «Размышляем о прочитанном». Третий вопрос. Почему это произведение называется легендой? Ответим. Это произведение называется легендой, потому что оно совмещает в себе факты о жизни певца Ориона и вымысел о том, что дельфин смог спасти Ориона и вынести из моря. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.